Итак, тема проповеди будет называться ⁇ Если будешь верить ⁇ Знаете, мне хотелось адресовать эту проповедь самому себе. Если вы что-то для себя возьмете, берите, берите, потому что это истины. Это истины, которые нам помогут в нашей жизни. Иоанна, 11 глава, 1 стих. «Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, который брат Лазарь, был болен, был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему, «Господи, вот кого ты любишь, болен». Иисус, услышав то, сказал, «Это болезнь не к смерти, но к славе Божьей, да прославится через нее Сын Божий». И Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл два дня на том месте, где находился. Вот здесь немножечко странно звучит, да? Шестой стих. Когда он услышал, что его друг, который любит, он любил эту семью, он любил этих, этих двух сестер, он любил их брата Лазаря. Представляете, редко о ком так сказано, что Иисус любил имена. То есть он любил. Почему? Потому что они его любили. Мы помним это Мария, которая свое преданное, свое драгоценное разлила ему на ноги. Это была очень большая сумма, и она сделала это от всего сердца. Кто-то без уважения принял его в гостях у себя дома. Восточные традиции, так как люди ходят в сандалях, там тепло, ноги потеют, и вместе пыль, с пылью они начинают, ну, они грязные и они воняют. И когда ты вдруг тебя позвал кто-то домой, то там есть слуга в доме, который мыл ноги перед тем, как войти в дом. Сейчас у нас этих нету традиции, потому что все нормально, как бы с этой э, с прогрессом. Все чистые ходят. И знаете что? И вот человек, который позвал Иисуса, да, он не помыл, он он без уважения принял Иисуса у себя в гостях. И туда пришла женщина. Да, а у нее был неправильный образ жизни. Она плакала, она тирала своими волосами ноги Иисуса. Она любила Его, поймите. Она не любила Его просто как мужчину. Как знаете, она не ставила цель, что она выйдет за Него замуж. Она любила Его как Господа. Она любила Его как Бога. Кроме физической, эротической любви есть еще божественная любовь. Есть любовь агапа, безусловная любовь. И вот эту любовь, она вылила, чистую любовь на Иисуса Христа. Ее стали осуждать. И этот человек стал говорить: да если бы Иисус знал, кто эта женщина, эта же женщина, она вообще проститутка. А Иисус понял эти мысли, услышал и стал с Ним разговаривать. И вы знаете что? Суть совсем в другом. Суть в том, что Иисус любил Лазаря и любил эту семью. Но когда он услышал, что болен Лазарь, он туда не пошел. Он дал этой болезни развиться. Он дал этой болезни мучить Лазаря. Он дал, знаете, может быть, повод, чтобы в нем разочаровались. Он позволяет нам разные моменты проходить в жизни. Иногда я, я вот сегодня хочу сказать, что иногда не придут ответы на ваши молитвы. Просто я вам спокойно хочу это сказать. Не придут. Вы будете умолять, вы будете плакать крокодилями слезами. Вам будет очень плохо, но молитвы не, не будут отвечены. Такие моменты будут в вашей жизни, не переживайте. Если были, то вы понимаете. Если нет, то значит будут. И вот посмотрите. А это все для вашего опыта, для вашего хождения с Богом. Одиннадцатый стих говорит дальше. Он здесь объяснял и говорит, сказав это, говорит им потом, «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики его сказали, «Господи, если уснул, то выздоровеет». Они не понимали, на каком языке он разговаривает. Они не понимали, что у него за речь. Что это значит? Они ему говорят, да если он уснул, ну больному и надо поспать. Знаете, человек температурит, надо поспать, знаете, чем он спит, он исцеляется, вылечивается. Особенно про температурит, пот выйдет, и все, и свежий, как огурчик. И ученики ему говорят, Иисус, все нормально тогда, если он уснул. 13 стих. Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о необыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо, Лазарь умер. Что, как мы реагируем в тот момент, когда мы не хотим слышать информацию, которую нам сказали? Мы не хотим эту информацию слышать. Он умер. Что с нами происходит? Все процессы сворачиваются. Слезы наворачиваются. Обида зарождается. Знаете, я скажу так, что очень много верующих обиженных на Бога. Это правда. Потому что с каждым человеком, нужно быть очень внимательным, с каждым человеком работает дьявол. Вот ты помолился, Бог тебе не ответил, рождается обида. Когда рождается обида, тогда дьявол говорит, смотри, ты верил Богу, он помог тебе? Нет. Он тебе дал денег? Нет. Дал здоровье? Нет. И он начинает работать с тобой, с мыслями твоими. Он начинает долбить тебя, долбить, долбить. Он все-таки сумел, все-таки он профессионал своего дела. Мы не будем его хвалить, мы просто отметим: дьявол профессионал своего дела, он обольститель. И если он мог Божьих ангелов, у которых, понимаете, не какое-то там маленькое IQ 0000000, запятая это совершенное творение, это э, Бог ничего такое, знаете, э, простое не творит. Там все совершенное. Если дьяволу удалось треть 33% ангелов, совратить и повести за собою, что Он им сказал против Бога, как Он им преподнес Бога, но они поверили, Он преподнес так что они поверили, они так уже теперь видели Бога, и так, когда нам трудно, ответ на молитву не приходит, а приходит еще известие о смерти, мы говорим, все, какой смысл верить? Какой смысл тогда молиться? Какой смысл делать это? Какой смысл? Понимаете, мы во всем ищем смысл. Но разве Бог, не Бог сюрпризов? Аллилуйя! Разве Он не любит делать сюрпризы? Он любит делать сюрпризы. Господь не только по свадьбам ходит, Господь и по похоронам, по похоронам ходит. Аллилуйя. А что ему там делать? От начала творения написано, что земля была безвидна и пуста, и Дух Божий носился над водою. Знаете, безвидна и пуста, она была мертва. Земля, которую создал Бог, не была живой. Там, где приходит Святой Дух, там приходит жизнь. Человек, которого создал Бог, не был живым, пока не вдохнул Бог дыхание. Видите, как важно осознавать, что Дух Святой должен прийти. Дух Святой должен прийти. Он не придет, где там, знаете, мы наполовину сами справились, и половину Он там поможет нам. Он приходит сделать свою работу. Наша работа – верить. Наша работа то есть наша ответственность заключается в том, я доверяю тебе, я все равно с тобой, Господь, я многое чего не понимаю. Мы на самом деле много чего не понимаем. Многое еще чего говорится, проповедуется по всему миру. Это не, это не стопроцентная истина. Проповедники, люди, пастора, они говорят по вдохновению, но они говорят и пропускают это через свой опыт. Только Иисус претендует на звание полной истины. Истина в Иисусе Христе. Аминь. Никто не может претендовать ее и говорить, у меня правда, а у тебя нет. И 15 стих говорит, и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему. Смотрите, что-то Иисус планирует, что-то непонятно, какие-то непонятные слова, как-то все, знаете, звуалировано. Не чтобы прямо сказать, Лазарь умер, или, например, пока он болеет, просто прийти и исцелить его. Знаете, мы верим, что Бог может исцелить Лазаря, но мы не верим, что Бог может воскресить Лазаря. Именно это он и будет делать. 16 стих. «Тогда Фома, называемый близнец, сказал ученикам, «Пойдем, и мы умрем с ним». Ну, странно немного, читаем дальше. «Иисус, придя, нашел, что он уже четыре дня в гробе, Вифания была близ Иерусалима, стадия в 15. И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла ему навстречу. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу, «Господи, если бы ты был здесь, о, если бы, не умер бы брат мой». Мы всегда будем видеть все по-своему. И это нормально. Это нормально. Видеть по-своему. Знаете, у нас процессы какие-то. Мы же живые люди, в конце концов. Мы не можем сказать, что мы никогда не обижались на Бога. Что мы всегда Его любили. Нет, у нас есть тупики, у нас есть неотвеченные вопросы. И у нас вопросы, и вопросы начинают нас мучить. Почему, если Слово Божие говорит одно, в моей жизни другое? Насколько далеко ты согласен идти? Написано о Моисее. Моисей повел стадо, там Иофора, тестя своего, далеко в пустыню. Далеко в пустыню. И там он увидел куст горящий и не сгорающий. И Бог стал говорить, насколько далеко ты можешь зайти с Богом? Иисус сказал, отплывите немного от берега ученикам своим. И они отплыли, и он проповедовал. А потом он им говорит, следующий этап. А теперь плывите на глубину. Почему? Потому что там будет чудо. Сначала слово, потом чудо. Сначала ты отплываешь от берега, чуть-чуть. Это твоя вера. А потом нужно послушаться следующий этап. Это отплыть на глубину. Почему? Потому что там ждет тебя чудо. Там ждет тебя большой улов. Этот улов никто никогда не ловил. Никогда. Чтобы лодки тонули от улова. Такое редко услышишь. Такое только в Библии. Я нигде не слышал, чтобы рыбаки поймали столько рыбы, что лодки тонули что одну лодку нагрузили, думали, справимся. А там еще рыбы столько было. Они позвали друзей и еле-еле лодки доплыли до берега. Почему? Потому что ученики были послушны, они отплыли далеко. Как далеко мы в своей вере заходим? Послушайте, когда Бог дал мертвому Аврааму, написано, тело его было почти мертвое, а Сарина утроба была во мертвении. Женщина, которая не может рожать. Просто естественно, от, от, отмирание, естественный процесс. Она не могла родить ни с какой точки зрения, ни с какой, абсолютно с какой стороны. Подойди, никак это невозможно родить ребенка, сколько, 90 лет. Невозможно. Но она родила. До этого Бог был номер один у Авраама. Он любил его. Бог не зря его избрал. Но когда появился Исаак, и, как говорится, он стал любить Исаака, возможно, больше, чем самого Бога. Он заигрался с Исаком. И Бог хотел проверить, сможет ли Авраам ради него, ради Бога, который дал ему богатство, который дал ему красивую жену, который дал ему ребенка, наследника, Сможет ли он отдать это ради Бога? Любит ли он Бога? И знаете, это было на самом деле: Авраам зашел далеко. Если мы сможем заходить далеко, то мы увидим невероятные чудеса. Если мы сможем про продолжить молиться, когда мы не увидели чуда, мы увидим чудо, которого не видели никогда раньше. И вы знаете, что Бог говорит: принеси мне в жертву своего Исака. Может ли такое сказать Бог? Он может сделать все, что он хочет. Богу нужно было всего лишь сердце Авраама. Его нужна была любовь Авраама. Ему не нужны были человеческие жертвы. Ему надо было увидеть, сможет ли человек ради Бога. Знаете, человек ради денег очень много чего может. Очень много. Человек ради любви к другому, да, там, тоже очень много может. Но ради Бога, что может человек? <laughs> Часто мало чего может. Вот мы знаем, что Бог ради нас должен много. Но Бог хочет тебя наградить. Но Он не может тебя награждать, э, как сказать, за ни за что. Просто так. Все-таки должны быть какие-то дела, какие-то поступки. И когда Бог увидел, что ради него, что он все-таки ценит, цен, ценим человеком, знаете, как Богу это важно, личность, у которой есть все, но отсутствует, знаете, вот эта человеческая любовь, а именно человек был создан для того, чтобы получать любовь, иметь радость, взаимоотношения. И многие люди так и не понимают, для чего верить в Бога. Вера в Бога ведет нас к любви в Бога, запомните. Вера в Бога никогда не должна оставаться на одном месте. А она нас за ручку приводит еще ближе, ближе, ближе и знакомит нас настолько с Богом, что мы влюбляемся. А когда любишь, ты не ставишь никаких условий Богу. Марфа говорит, кстати, Авраам отдал своего сына. Он готов был его принести в жертву. И тогда ангел Господень сказал, не делай этого, Авраам. Бог увидел. И было произнесено пророчество очень сильно. Сам Бог сказал: «Мною клянусь». Поймите, что э, вся вселенная Бог ее может в кармане носить, как ты телефон. Вся вселенная, все галактики, которые там еще фотографируются сейчас там всякими спутниками летающими, все ученые, все все, что изучают, это вообще конфетка вот просто завернутая в кармане. То есть то есть ты не можешь ничего назвать больше, чем бы сам Бог. Ты, все небо Он может свернуть и положить в карман. Небо, землю, и всю Вселенную, все, 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 все. Все просто взять и в карман свернуть. В МП3 вообще сжать, все вообще будет флешкой. Богу важна была любовь. Любовь человека. Мы думаем, что я могу Богу дать. Ну что ему дать? Что ему дать? По сути, все единственное, что ты можешь дать, это свою любовь. Все, как ребенок, ничего не может родителям дать, кроме любви, ласки, ничего больше не. У него ничего нету. Он ребенок. Он все, что имеет, он имеет от родителей. И Бог, он поставил себя в зависимость от человека, и он не будет давить на какие-то рычаги, чтобы ты и действительно любил его. Он хочет, чтобы это пришло, инициатива глубоко изнутри сердца. Глубоко. И Бог ему сказал, вот я забыл мысль, я возвращаюсь. Бог сказал, я клянусь собою, что благословляя, благословлю тебя, размножая, размножу тебя. Почему сегодня благословенный народ? Израиль – это благословенная страна, и евреи – это благословенный народ. Потому что был Авраам, которому Бог клянулся. И также в Аврааме входили и мы, и в семени Твоем, которая указывала на Христа, и говорила, что в Нем благословятся все племена земные, все настолько мощно, представляете, вот это действие, пророческое действие. Ты отдаешь самое дорогое ради Бога, и Бог, видя это, говорит: Я так счастлив! Может, Он даже прослезился. Может быть, Бог прослезился от такой любви, и он даже не ожидал, может быть, что человек способен на такое. Обычно, кроме руки протянутой у человека, Бог ну, редко что-то встречает. Наверное. Вот, что эта рука говорит? Дай, 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 дай. Но здесь Авраам приносит Богу самое дорогое, сын старости. И Бог говорит, все, я увидел Авраам. Мне не нужен мне нужна смерть. Мне нужен был ты. Мне нужно было проверить. Ты меня любишь. Ты сможешь далеко зайти. Потому что вот эту награду, которую я для тебя приготовил, ты ее не можешь на берегу получить. Ну не плавает рыба на берегу. Ты можешь, конечно, закидывать и блесну по щиколотку. Ты можешь закидывать, конечно же, в надежде, что у тебя будет большой улов. Но ты ее не поймаешь. Вот у нас рыбак есть не даст соврать, да? Вот по щиколотку зайди и лови рыбу, по щиколотку, большую рыбу. Не поймаешь никогда. Далеко заходи. Далеко в своей вере заходи. Заходи в вере, когда Бог тебе не ответил. Это всего лишь, это не значит, что это все теперь. Это конец. Это не значит. Это означает, что проверяешься ты, проверяется твое сердце. Понимаете, очень легко славить Бога, благодарить и любить Его восхищаться, когда Он тебе только отвечает, когда Он с тебя пылинки сдувает, зефиром тебя закормил, ты просто весь занеженный, ты просто во дворце живешь, ты в неге, в пухе. Конечно, тогда легко говорить: О, Бог меня любит! А представь, когда у тебя все не получается, ты, как то, что ты хотел, у тебя не получилось, то, что ты просил. И ты говорил, я не прошу много, я прошу тебя вот это, Господь. И тебе просто ты как разговаривал, как с глухой стеной. Вот и все. Бог хочет посмотреть, когда он тебе не ответит. Он тебя увидел в первом варианте, когда он тебе ответил. Ты такой счастливый, радостный. Аллилуйя, аллилуйя. Давай, давай. А когда не ответил, идешь и не знаешь, что делать. А дьявол тебе говорит, что делать. Не слушай его. Так, идем дальше. Она сказала, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. 22 стих. Но и теперь знаю, что чего попросишь у Бога, даст тебе Бог. Она не разочаровывается. Она говорит, вот не умер бы брат мой, но брат мой умер, к сожалению. И, к сожалению, шансов даже молиться за него уже нету. А почему? Ну, труп уже лежит в земле, потому что. Ну, не раскапывают могилы в наши дни. Не достают труп. Все делается вовремя. Знаете, слышали такое? Все надо делать вовремя. Но Иисус говорит, да, только по-моему вовремя. То, что вовремя по Иисусу, это нелогично для нас. И то, что логично для нас, не соответствует Божьему сценарию, Божьему плану. Он говорит, сценарий, который Отец показал мне, очень удивительный. И он отличается. 23 стих. Иисус говорит ей, воскреснет, брат твой. Не исцелится, смотрите. А воскреснет. Не маленькое чудо ты получишь а большое, большое чудо ждет тебя. Ты просишь маленько, ты просишь помолись, а Бог тебе даст большое чудо, если ты будешь верить. И знаете, Марфа, она верила. Она сказала, но «Ну и теперь, если ты попросишь у Бога, посмотрите, она продолжает верить. Мы страдаем, мы теряем из-за того, что не знаем, как выглядит духовный мир. Мы себе установили часы. Вот, стрелка до 12. Стрелка пробила 12. Все, чудо не пришло. Знаете, в естественном мире поезд ушел. Все, реально, там было в билете написано, допустим, 12.00 отправления. И в 12.00 ты не успел. Ты не успел. Тебе не принесли паспорт с визой. И все, и поезд ушел. И ты увидел своими глазами, как ушел твой поезд. Знаете, я не просто сейчас придумываю. Это реальность из жизни. Один человек мне рассказывал, что поезд ушел на глазах всей команды. Потому что один человек не принес паспорта. Не успел. Задержался где-то. И когда принес паспорта все с визами, то поезд чуть-чуть уже. И знаете что? И когда поезд ушел, то мы все. Что делать? Все, все, все. Но знаете... Если поезд ушел, то не забывайте, что есть еще самолеты, яхты, ракеты, телепорты есть. По-христиански это нормально, переноситься из одного города в другой. Я хочу каждого вдохновить, кто верил и не получил. Вы не получили, это правда, но вы не получили всего лишь маленькое чудо. Ваше чудо накопилось. Оно большое. Востребуйте свое чудо! не оставляйте его во тьме, востребуйте свое чудо. Что это значит? Это означает, что тебя твое чудо ждет на почте. Сходи и получи его. Продолжай верить, продолжай исповедовать. Если тебе Бог сказал, если тебе Бог ничего не говорил, это очень сложно делать. Это очень сложно делать. Тогда непонятно, это самоуверенность или что. Но если тебе Бог что-то сказал, Он стоит за этим, Он обязательно сделает, Он обязательно даст. Он порадует тебя так, как никогда раньше бы ты не порадовался. Ты перейдешь на другой уровень хождения с Богом. После того, как Авраам готов был отдать самое дорогое ради Бога. Знаете, такая радость пришла. Он приобрел и Бога, и Сына. Если бы он сказал, Бог, я все понимаю, я все понимаю, давай не пойдем дальше. Давай вот Сына не трогай. Давайте сто козлов лучше принесу, принесу, в жертву, но не сына. Все, эти благословения остались бы в невидимом мире. И Авраам никогда бы не получил их. Нужно было бы ждать какого-то другого бы Авраама. Ты реально разочаровался рано. Я тебе пророчествую и говорю, ты разочаровался рано. Ты думаешь, могила, все, у поезд ушел. Бог воскресение и жизнь. Если ты веришь в Него, ты не умрешь вовек. Воскрес ли Лазарь? Конечно, воскрес! И возлежался Иисусом. Аллилуйя. Ты рано разочаровался, ты поставил точку, а точки там не было. Не ставь никогда точку. Ее должен ставить Бог. Ты не выбирал родиться на земле, и ты не выберешь умирать тебе. Ты можешь сказать свои желания, но ты не решаешь. Не ты давал жизнь, даже самому себе. Ты не давал жизнь ребенку, че ребенок просто родился через тебя. Это все делает Бог. Поэтому продолжай верить, продолжай верить, продолжай верить, что чудо оно выросло, оно увеличилось, и теперь, если ты не получил маленький ответ, ты за тобой стоит большой ответ, большое чудо. Именно так приходят чудеса на землю. Аминь. Давайте сейчас будем молиться.